Добрый день. Мы вступаем в активную стадию завершения строительства продления Сокольнической ветки до Тропарева, Румянцева и Саларьева. Ветка крайне необходимая для Москвы и для территории Новомосковского округа. Причем со строительства инфраструктуры город значительно отстает. Это отставание связано с тем, что еще до перехода в Москву было получено большое количество разрешений на строительство жилья и офисов. Поток по Киевскому шоссе и Ленинскому, соответственно, значительно год от года увеличивается. И все это приводит практически к транспортному коллапсу юго-запада Москвы. Поэтому строительство этой ветки – насущная необходимость, и я надеюсь, что в этом году мы ее запустим, что значительно улучшит обслуживание около 200 тысяч граждан, которые двигаются в этом направлении. Разгрузит Киевское шоссе, Ленинское шоссе и весь юго-запад. Я надеюсь, что после строительства до Саларьева мы примем решение о продлении дальше этой ветки в сторону Калужского шоссе. Я прошу доложить, как идет работа, какие сроки окончания работ, как выполняется график. Да, добрый день, уважаемый Сергей Семенович. Сегодня и сейчас находимся на станции Румянцева. Сергей Семенович, знаменательное событие – выход одного из щитов. Это два перегонных тоннеля от станции Тропарева до Румянцева. На станции Румянцева практически завершены монолитные конструкции. Соответственно, срок сдачи – декабрь 2014 года. Сегодня еще одно событие. Мы стартуем с станции Саларьева в сторону станции Румянцева еще одним щитом, что, соответственно, обеспечивает еще один перегонный тоннель. Особых вопросов и проблем нету. Будем сдавать срок. По Румянцева я вижу по графику, что действительно никаких сомнений нет, что вы ее сдадите. Саларьево что? На Саларьево на сегодняшний момент все вопросы, которые были с точки зрения планировочных решений, есть вопрос, связанный с оптимизацией, отменили экскалаторы, то есть приняли максимально правильные проектные решения, чтобы обеспечить отменили непосредственный ввод. Не ухудшая абсолютно, да, с точки зрения просто экономии в этой ситуации и обеспечения тех сроков, которые поставлены в декабрь 2014 года. Хорошо, ладно, спасибо. Ну что, запускайте щиты. Да.